Добрый день. Наш стенд организован двумя дружественными компаниями из Санкт-Петербурга. Это компания MacroLab и компания PromoCoLab. На выставке «Химия» мы выставляемся уже не первый год. В этом году мы постарались привести, показать посетителям оборудование для всевозможных научных, исследовательских центров, ученических центров, институтов, для различных производств пищевой, химической, нефтеперерабатывающей промышленности. В линейке нашего оборудования представлены как и общелабораторное оборудование для пробоподготовки, так и специализированное оборудование, например, оптическое, потенциометрическое, оборудование для качественного количества анализа, это спектрофотометрическое оборудование, дозирующее оборудование, а также ГСО. 3D-шейкер широко используется в медицинских, биохимических лабораториях для молекулярного анализа, для перемешивания сред. Магнитная мешалка с подогревом, с данными подставками можно использовать для термического анализа совместно с реакторными установками. Ротатор, также перемешивающее устройство для пробирок различного объема. На выставке «Химия 2013» представлена мебель торговой марки «Эксперт», а также испанского производства «Флорис Валес». Собственно, мы можем наблюдать здесь островную конструкцию, состоящую из островного стола, сервисные настройки, шкаф стола приставного с мойкой из полипропилена. Также представлен стол весовой и торцевой стол, завершающий эту эргономичную конструкцию. В лабораторной мебели «Эксперт» присутствует большое количество рабочих поверхностей. В данном случае мы можем наблюдать поверхность монолитный пластик LabGrade, обладающий высокой химической стойкостью и высокой стойкостью к нагреву до 200 градусов. Также у нас на выставке представлены стулья полиуретановые производства Польши.